Всем привет, с вами снова Юра, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Freedom Cry Крик Свободы. Аж только что друг потерпел кольбокрушение, его выбросило за борт. Интересно, что же с ним станет? Так, ну, пока ходим, пока идет загрузка. Вот наш маленький друг. Жив, здоров, как мы видим. Ну, кроме его команды. Печалька, конечно. Ubisoft представляет. Кто это там орёт? Вот дрянь! Нет! Да я тебе ухо отрежу! Сволочь! Мне не говори. Ничего, пригодится. Мачете. Ты что-то гоним? Вверх подождёт. Женщина страдать не должна. Они вообще никто не должен страдать в этой игре. Остановись, дрянь, иначе я отрежу тебе оба уха. Нет. Как тебе я ничего не отрезал? О, боже. А, его убили. Блин, не везет никогда. Ну ладно, попробую все раз. Тамплиер подождет. Женщина страдать не должна. А, иди сюда. Остановись, дрянь, иначе я отрежу тебе оба уха. Слава богу. Простите. Мне нечем вас отблагодарить. Ничего не нужно. Когда-то я сам сбежал так же. Вас же могли снова схватить. Для человека чести не помочь, вот риск. Я ищу Бастиану Жозеф. Знаешь ее? Лично? Вот еще. Но любой белый господин отведет вас к ней. Кроме этого. Спросите в городе. Я спрошу. Есть куда пойти? Семья ждет меня в горах. Не волнуйся за меня. Да хранит тебя Бог. Это охреневшая женщина, мы ее спасли, задушили ее мучителя, а она еще недовольна. Вот и помогай после этого людям. Так, что там заметил-то? Никого тут не было. Все тихо и спокойно, подумаешь. Ассасин африканского происхождения. О, надо ребят спасти. Все хорошо, все спокойно. Горожане, замеченные на улицах в это время, будут обвинены. Ух, красота. Бог видит, что вы добрый человек. Разве можно было иначе? Конечно, нельзя. Мы освобождаем людей в этой игре. По ключик у тебя был. Кто с ним содержал в клетке-то? Так, ключ у нас. Освобождаем бедных людей. Господи!
Спасибо, что прислал его ко мне. Все еще впереди. Да-да, мы еще увидимся. Ну, не в прямом смысле, а многих нам придется спасти в этой игре. Да, вполне такой тонким. Эти белого господина. Так, используем орлиное зрение. Чё-то нифига мы его не можем найти. Так, ребята, спасибо, что хоть открыли мне. Так, уходим, уходим. Ну, так, чёрт, они убивают же всех. Никого тут не видел. Вот, нашли меня. Да давай отвалим, вали всех. Вот так вот ломаем шею. Так, ты же сбил, господин. Пять. Ну все, ну тебе не жить. Ну это все. Так, сундучок наш. Где же ты, белый господин? Опа, нашли. Так, надо за ним проследить-то. Я как раз иду туда. Несу ей подарок. Сколько угодно, сэр. Не бойтесь, я вам конкуренции не составлю. У меня слабое сердце. Слабое сердце, говоришь? Ну да. Подожди, подожди, куда ты по... Фух, чуть попались. Этот белый господин нас не заметил. Дорогие друзья. Прыгнем в кусты. Бежим в другие кусты. Они даже не подозревают, за ним следят. Я не предательница. Рабам будет только лучше. Если бы на плантациях могло стать лучше, разве они бунтовали бы? Конечно.
Ими движет одна лишь жажда насилия. Как вами деньги. Хотите помочь своим черным друзьям? Вперед. Успокойте их. Иначе... Довольно. Ай, подрывали, что не мог их оттолкнуть. Но надсмотрщики вправе укреплять дисциплину на свой лад. Это излишнее. Я передам ваше послание. Но цена высока. Мы оба выиграем. Желаете ли чего-нибудь еще, губернатор? Я слишком стар. Боюсь, Гюзанна уже забрала все мои силы. Тогда прощайте. Мадам Жозеф, вы ждали посылку? Да, но не вас. Где же адмирал? Ясно. И со мной вы хотите поступить так же. Оглядитесь. Чуть что, и вас просто прикончат. Я здесь с миром. Скажите, как тамплиеры позволяют вам это? Я лишь посредница. Но прежде чем судить, знайте, что деньги тамплиеров покупают свободу таким, как вы. Я знаю, что это. Не знаете? Я вижу клеймо раба. Красноречие ученого. Руки моряка и наряд ассасина. Оружие. Думаю, вас застиг шторм. Что вам нужно? Корабль? Приют? Небольшая цена за эту посылку. То, что нужно, я возьму сам. Но докажите, что вы не лжете. И, возможно, мы договоримся. Вот вы как. Хорошо. Окажите мне услугу. Агюстен Дьюфор — человек весьма скрытный. На плантации есть его люди. Отдайте им послание губернатора. Агюстен докажет вам, что я не лгу. Повторите этот пароль. Кто не будет спать, того крабик съест. Кто не будет спать, того крабик съест. Славно. Неплохой баритон. А теперь уходите, пока не вызвали подозрений. Все, уходим. Ну и продолжим в следующей серии, дорогие друзья.